Друзья, приглашаю вас на свои живые мастер-классы, которые состоятся уже на следующей неделе в Москве и в Королеве. Итак, 14 и 15 мая мы с вами создаем объемные браслеты. 14 мая это будет браслет с лотосом. Пятнадцатого мая это будет объемный браслет, собранный на вощеных шнурах. Семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого мая мы работаем в Королеве, как это было в прошлый раз. Мы проживаем с вами и работаем в одном месте. Это гостиница, которая находится за городом. На протяжении 3 дней нас ждет с вами большая работа. Мы будем создавать с вами комплект бижутерии, состоящий из колье, браслета, сережек и заколки для волос. Помимо этого сложного комплекта, где мы пройдем огромное количество цветов, ягод, где будет оригинальная сборка, которую ранее вы нигде не встречали, это авторская сборка. Кроме этого, мы с вами создадим еще объемный браслет, собранный на вощеных шнурах. Это тоже будет авторская сборка. И ранее вы нигде ни в моих мастер-классах, ни в моих живых выездных мастер-классах не встречали подобную сборку. Если мы с вами успеем, мы создадим еще к объемному браслету и объемное колье на вощеных шнурах. Все будет зависеть от вашего желания, от ваших возможностей и от вашей работоспособности, потому что в прошлый раз мы работали 3 дня на протяжении от 15 до 17 часов в день, поэтому мы достаточно много успели. Друзья, места еще есть, записывайтесь. И если вы хотите посмотреть, как в прошлый раз проходил мастер-класс в Королеве, то следующая видеоподборка будет вам очень интересна. Вот такая вот у нас закрытая территория. Вот это гостиничный комплекс. К мастер-классу в Королеве готово. Вот здесь у нас будет проходить мастер-класс. На май тоже будет собираться группа. Здесь мы все проводим. Вечером мы разжигаем камин. У нас столовая, в которой мы будем завтракать, обедать, ужинать. В общем, все под рукой. Все очень удобно, комфортно размещено. И вот Олеся. Это у нас идет знакомство первого дня к нам в учении. Я победитель. Я на видео снимаю, говорю, что за первый день обучения все знакомятся друг с другом, пытаются запомнить, как все зовут, но все погружены в полимерку, в работу. Всем приятного аппетита. Спасибо. Шел какой? 14-й час мастер-классов? 15-й. 15-й? Ну вот, уже 3 часа ночи. 2 дня мы работали. Очень много всего сделали. У нас цветы практически везде находятся. Видите, какие шикарные номера в гостинице в Королеве. Практически в каждом номере есть камин. Очень спокойная, тихая местность. Ой, вот когда разнообразие. Третий день упорной работы. Наши заказики, которые уже разобрали. Ну как она? 3-й день. Круто.
Как вам третий день работы? Очень хорошо, да? Замечательно. Третий день работы? Очень хорошо. Самое оно. Мы это делали! По всем вопросам записи я прошу вам либо звонить мне на телефон, контакты я оставлю в описании под видео, либо писать личными сообщениями в социальные сети. Все, друзья, жду вас на своих мастер-классах. Это последние мастер-классы до осеннего сезона. Поэтому, если кто-то еще не записался, есть желание посетить их, записывайтесь.